диск, он очень своеобразный. Вообще, он хранится вот в таком виде, в открытом. То есть это я к тому, что если у нас будет еще четвертый человек, они могут до него не долежаться. Они где-то примерно полчаса еще живые. Вообще, судя по форме устриц, они не из магазина метро. Потому что в магазине метро все устрицы, они вот такие. И они чуть меньше. Здесь устрицы большие и формы такой вот. Они, скорее всего, тоже крымские, судя по размеру и по стоимости. И сейчас посмотрим, живые они или нет. Знаете, короче, какой минус? Вот смотрите, нам дали каждому по лимончику. То есть 4 человека на 12 устриц и дали 4 лимончика. А лимончики вот такого размера. А лимонов нужно много, когда ты ешь устрицы. Потому что многие любят прям вот реально залить тело устрицы, внутренности устрицы, или как тело устрицы, прям вот конкретно этим соком. Тело устрицы. Ну, у меня устрицы реагируют, кстати, на... Да, реагируют. Пахнет дном морским. Вот, так что все нормально. Устрица не должна вонять, но она и не должна быть вообще без запаха. То есть запах у нее должен быть именно море. Большой плюс крафта, они дали такие специальные вилочки для того, чтобы можно было тело устрицы насадить, как в средневековье насаживали ведьм на вилы. Ребят, я хочу сказать, что устрица открыта очень хорошо. Внутри абсолютно не было никакого мусора. В крафте повара очень большие молодцы, они очень хорошо чистят устрицы. У меня дома так хорошо не получается. Вкус устрицы, я оценю его прям на 5 из 5. Вкус очень клевый. Он прям реально такой вкус-вкус. Единственное, не продумано вот с этим вот, вот с этой наверное, штукой. Наверное, это вот так делается. То есть, либо это вот так вот закидывается в устрицу, да. Либо это заливается, но нет, если... Нет, я думаю, смысла нет заливать, это устрица. Да, я думаю, что если залить в устрицу, то просто этот вкус испортится. Будет очень устрицу. Кислый, у тебя и лимон, и да. Еще вот тут как бы... Юля, дай мне картошечку, Юлёк. Мы картошку взяли с трюфельным маслом. Вообще, устрицы обязательно нужно есть с картошкой, фри. Почему не фокусируется? Ребята, запомните, это правило. Устрицы нужно есть с картофелем фри, а запивать пивом. Если кто-то их запивает вином, это моветон. Их надо запивать пивом. Так вот, это бельгийские правила, мы их не придумывали. Пиво мы взяли Гиннес. Оно здесь, короче, как раз еще очень дешево сегодня стоит. К устрицам. Да, прям копейки. 360 рублей каких-то. И пиво не разбавленное, в отличие от х**ца, ребят. Не разбавленное, очень х**ное. Не буду, я запикаю потом. В общем, как и у любой хорошей хозяйки, она радуется, когда, в общем, все съели. Ребят, мы все съели. Вот последнюю устрицу доедаем. Сначала ее сфоткать, чтобы потом, если что, завтра было кому предъявить.